Здравствуйте, друзья! Сегодня мы присоединяемся к флешмобу против варварских законов, которые принимают наши чиновники, наше правительство. Мы не можем оставаться в стороне. Речь идет о узаконивании убийств. Убийств людей, как мишеней и животных в заповедниках. Группа депутатов, потеряв стыд, совесть и элементарное уважение к чужой жизни, хотят нашу страну превратить в один огромный полигон для убийств. Я и моя команда просим вас поддержать, распространить это видео везде в ваших соцсетях. Решается судьба нашей Родины. Нельзя молчать и быть в стороне. Это может страшно закончиться. Уважаемый Владимир Владимирович, я и огромное количество людей, которым не безразлично будущее нашей страны, очень просим заблокировать законопроекты под номерами 11-30-307 и номер 10-36-057. Данные законопроекты предполагают разрешить охотникам охотиться на самих границах населенных пунктов, что представляет собой угрозу для здоровья и жизни простых граждан. В данный момент граница составляет 30 километров. И даже при этих условиях в год гибнет более 50 человек от случайной пули охотников. Какое же количество жертв мы будем иметь, если охотники начнут стрелять фактически в населенных пунктах? Все мы будем под угрозой. Второй законопроект, разрешающий охотиться в заповедниках, я расцениваю как унижение имиджа нашей страны. Любой иностранец со своим оружием для удовлетворения самых своих низменных желаний будет приезжать к нам в страну для того, чтобы убивать наших зверей, охотиться в заповедниках. Само слово «заповедник» потеряет всякий смысл. В угоду кучке лоббистов-охотников, которые действуют исключительно из своих материальных интересов, вся страна окажется большим полигоном, гладиаторской ареной, где любой охотник может охотиться, где он хочет. Простые же граждане должны будут сидеть в ужасе, боясь сходить со своими детьми в лес, либо сходить на природу, сходить за грибами. Те развлечения, которые мы так привыкли получать, которыми мы наслаждаемся каждый год, для простого гражданина станут смертельно опасными. Пожалуйста, не дайте этому случиться. Наложите вето на эти законопроекты. Спасибо. Добрый день. Данное видео обращено уже не только к любителям животных и не любителям животных. Данное видео обращено ко всем россиянам, которые любят, ценят свою жизнь и жизнь своих родных и близких. Закон сейчас в Госдуме пытаются принять закон, который вашу жизнь подвергнет громаднейшей опасности. Вашу жизнь, ваших родных и близких. Об этом законе, который они пытаются принять, много не говорят. Он в основном известен зоозащитным, но, пользуясь случаем, хотелось осведомить людей. Заранее благодарю за репосты, ибо чтобы побольше людей узнало, что нас, возможно, с вами ждет. Законопроект говорит о том, чтобы разрешить охоту независимо от дальности от жилых секторов. То есть, если излюбленное ваше место, ваш лес, куда вы ходили собирать грибы, ягоды или просто отдохнуть с семьей, становится для вас небезопасным. Теперь на этой чудесной тропинке, через этот чудесный лес, вам могут встретиться люди с оружием. Насколько они будут вменяемы, адекватны, трезвы, никто, к сожалению, не знает. Потому что по последним событиям в Казани, ну и вообще, в принципе, не первый день все живем, прекрасно знаем, как не совсем не трудно получить разрешение на оружие, разрешение на охоту. То есть, насколько человек на вашем пути будет адекватный, никто не знает. И не перепутает ли он вас с олененком, с лосенком, с лисенком, тоже никто гарантии вам не дает. То есть, банальная прогулка с вашей семьей в лесу может окончиться глобальной трагедией.
Причем охотникам, которые занимаются охотой в качестве промысла, этот закон вообще абсолютно не нужен. Этот закон нужен практически... Не практически. Этот закон нужен психам, которые жаждут крови. Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим вас наложить запрет на законы об охоте в заповедных зонах, тем более с привлечением иностранных туристов, а также на закон об отмене территориальных ограничений по охоте вблизи населенных пунктов. Мы являемся патриотами России. Мы любим нашу русскую землю, русскую природу и считаем данные законы убийственными для будущих поколений. Эти законы людям не нужны. Мы не хотим, чтобы Россия, наша русская земля, превратилась в полигон для удовлетворения низменных потребностей малого числа граждан. Спасибо. Владимир Владимирович, мы требуем заблокировать закон об охоте в заповедниках и особо охраняемых территориях. Это последнее, что осталось живого в России. Это преступление по отношению к будущему нашему поколению. Мы требуем заблокировать закон об изменении земельного лесного кодекса об охоте в 0 километров от населенных пунктов на сельхозземлях. В России так погибает более 50 человек в год. И нам достаточно трагедии в Казани. Охотничье лобби нужно остановить. Мы не мишени. Спасибо. Против беспредела охотничьего лобби. Владимир Владимирович, я требую отменить законы проекты 1.1.3.0.3.0.0.7 и 1.0.3.6.0.5.0.7. Эти законопроекты пролоббированы группой охотников, которые не думают о гуманизации общества, не думают о безопасности населения, не думают о живом ресурсе России. Как можно думать об охоте в заповедниках и об изменении земельного и лесного кодекса, чтобы можно было охотиться на все живое рядом с местами обитания людей? Как можно в принципе задумываться о том, чтобы идти на особо охраняемые территории и там охотиться? Как можно думать об охотничьем туризме? То есть мы настолько отсталая страна, что будем позволять приезжать сюда иностранцам, как в какую-то самую последнюю страну, где вообще не думают ни о людях, ни о животных, ни о будущем нашей страны. Но это же не может так продолжаться. Вы единственный, кто в данный момент может это остановить. Пожалуйста, наложите вето на эти законопроекты. Нельзя, чтобы все живое в России было уничтожено. Народ против этого. Мы на вас надеемся. Невозможно будет выйти в лес, на природу. В любом месте может оказаться психически ненормальный, который может застрелить, и ему ничего за это не будет. Смерть по неосторожности – это новый закон. Как жить будем дальше, друзья?